Здравствуйте, меня зовут Крючкова Арина, и сегодня я расскажу вам всех Лисенникова Степана. Дайте мне проход, я юный пешеход. Эй, стоп, машина, тормози, не перегождай мои пути. Что такое? Что случилось? Тут машина возмутилась. Ты куда, малыш, спешишь? Что за глупости творишь? Под колеса попадешь и костей не соберешь. Я во всех не боюсь, я возьму и пробегусь. Всем кулак он показал и скорее побежал. Машины стали тормозить, пиликать, фарами грозить. Автобус мчался и пиликал, тормозить уже не мог. И вот малыш уж маму кликал, отужился, скривился рот. Но грозный грузовик его схватил и в кузов непоседу посадил. Малыш открыл глаза, прошла сторонку и беда. А мама плакала, стояла, благодарила грузовик. Спасибо вам, спасли мне сына, иначе потеряла бы его. Сынишка вытер маме слезы, сказал: просите меня все. Я выучу правила отныне и буду уважать вас всех всегда. Ходить по тротуарам буду справа. Смотрю налево, а потом направо, по переходу пешеходному пойду. Вот красный постою и подожду, на желтый свет я приготовлюсь, а на зеленый снова в путь иду. Пробегать дорогу я не буду больше, я лучше постою подольше. Всех на дороге уважать бесспорно надо, за это жизнь здоровая в награду.